Сотни тысяч россиян так и не дождались капитального ремонта своих далеко не новых домов. И даже если очередь уже подходит, в региональных фондах, ответственных за проведение работ, денег нет. Причина в том, что в то время, когда делали расчеты, строительные материалы стоили гораздо дешевле. К тому же собираемость взносов с жильцов оставляет желать лучшего. Да и система непрозрачная, и куда уходит часть средств, неизвестно. В результате, по статистике, каждый пятый дом в стране остался без необходимого ремонта. Эту ситуацию прокомментировал заместитель директора Центра развития профессиональных квалификаций в ЖКХ Константин Шишко. Система не брошена произволу, она контролируется, и контроль ведется, постоянно мониторится и министерством, и на местах жилищными инспекциями и так далее. Поэтому в данном случае она просто требует правильный настрой. Где-то неправильно посчитали, может быть, не очень компетентные специалисты работают.